Федерико Фарелло, Массимо Скалли из Италии. 28-29 лет ребятам, что говорит, безусловно, об их опыте в танцах на льду. И что же они катают, Василий? Нино Рота. Композитор такой. Федерико Фаэлло, Массимо Скалли. Под музыку крестного отца все-таки. Не, ну все-таки, в каком смысле все-таки? Мы ничего и не сказали еще. У нас с вами там написано... Написано Нино Рота и написано «Иммигранты». Что за иммигранты, не знаю. Да. Наверное... И когда Нино Рота успел написать «Иммигранты»? Но музыка из крестного отца. Ну, тема, наверное, «Иммигранты». Из крестного отца. Который написал Нино Рота. Да. Он много чего хорошего написал. Но они в этом году целиком и полностью в итальянских темах, и в оригинальном танце, и в произвольном. Ну и так хорошо на них это отечественного производителя музыки и костюмов.
А что, по-моему, очень интеллигентный костюм. Вы вот вначале очень сказали про пастельные тона, по-моему. Я же тогда не знал, что они катают. Вблизи видно, что они очень качественно сделаны. Такие, а у итальянцев прямо всегда очень качественные костюмы. Вот, они и даже не театральные, они практически киношные по качеству. Так это же прекрасно. Ну да, наверное. Хотя, тем не менее, ну хотя, может, они могут себе позволить такие пастельные тона. Я считаю, что все равно костюмы произвольной программы должны быть более выразительны сами по себе. Но если у всех будут яркие костюмы, это будет уже какая-то радуга, фейерверк. Я понимаю вас, Василий, вы с 9 утра комментируете фигурное катание, у вас уже глаз отдохнул. То есть как раз вот сейчас на итальянцах вы отдохнули. Отдохнул. Но тем не менее, ребят катались хорошо. Душевно, музыкально, с хорошими элементами, в прекрасных кинематографических костюмах. Сейчас вам я очень сильно сосредоточился, чтобы это говорить. Вам это слово не подвластно. Вот эта вот поддержка, вход в поддержку вокруг шеи, по-моему, уже все делают. Да, вот как абсолютно. Раз это какая по счету пара? 7-я, и вот 7 пар уже использовали. Вы еще не видели, еще и китайские спортивные пары используют тоже тот же вход, но в такую свою поддержку. Но там-то это выглядело оригинально, потому что они первые, кто это сделал. Понятно. А здесь просто на каждом шагу. Но это опять правила заставляют тренеров идти на это, ибо теперь необходим сложный вход в поддержке для достижения 4-го уровня. Вот новая фенечка. Какая же она новая-то? Она, по-моему, старая уже. Нет, раньше он как-то рисовал что-то. А, вот это? Да. Это не он был, это Маурицио Маргарита. Да? 89 баллов они получают за свою произвольную программу. И становятся безусловными лидерами. На 9 баллов они и еще на 9 баллов опережают